в честь тебя, двоюродного брата в честь двоюродного брата, а этот в честь Мангл. Можно Пусричану. Merry Christmas. Всем здрасте, капрасти, вы на канале Пусри Чанел, да, вы на канале Пусри Чанел, и вы, конечно, уже очень долго ждали новых моих видосов, да, и вот, наконец-то, и вышел новый видос, да, и сегодня будем играть в Five Nights at Пусри Чанел. Как видите, я сделал обновление по своей игре, добавил четвертую ночь, пятую и третью, это уже третья часть, можно сказать. И, кстати, у меня каникулы уже закончились, и, кстати, я, ну, уже 100% буду часто снимать видосы. Я не буду совсем, ну, все объяснять, как, почему я не мог снимать видосы, но мы, давайте, будем проходить третью ночь. Да. Так, у нас такая загрузка, третья, Free Night. Так, у нас Danger с самого начала. Кто не помнит прошлую серию, то ссылка в описании. И там, кстати, я рассказывал, как скачать игру. Да. Кто не помнит, от Dark Dragon надо. Ну, нельзя на кнопки нажимать какие-то, но чаще всего это на третьем. На втором и пятом камере. Ну такой вот. А после чего просто закрыть дверь. Во, все. И нас напугал Кондрат. Dark Dragon. Плохой Dark Dragon. Так. Опять играем, третью ночь проходим. Да. Блин, он на втором камере очень часто бывает. О, мы вторую камеру не будем нажимать. Подписчики, окей. Так, сразу закроем дверь и все. У нас в третьем ночи появился Роберт. Тик. Роберт. Появился, да. Я потом в экстра покажу. Там галерея появилась, там описание про аниматроников. Да. Ждите нового обновления. Ой, какое обновление, вот. В котором будет шестая ночь. Да. И описание в экстра. Наверное. Да. Денджер. Тут только Денджер и Пустри двигается. Dark Dragon в третьем ночи суперактивный. О, Пустри. Вот его голос. Ой, какие глаза. Во! Эррор! Он делает эррор, Роберт. Этот аниматроник новый. Да. Кстати, у меня вышла новая игра, да, и скоро пройду мою новую игру, будет видосик, да. Кстати, это уже третья серия, получается, да. Короче, проверяем вот так и все. Dark Dragon, не знаю, почему он стоит и ничего не делает. А, он уже ушел. Эррор. Ошибка. Тут ходит аниматроник Роберт делать ошибки. Мы в третьем серии пройдем, ну, первую... Ой, какую первую ночь? Третью и четвертую и пятую ночь. Да, обычно мы по два ночей проходим, да. Вы увидите в новом видосе. Что-то за игра такая новая. Она прикольная, интересная, необычная. Будет. 2 часа ночи. Эти двигаются все троем. Каждую ночью, кто не знал, по одному аниматронику добавляется. Да. Будет обновление. Где же 6-ю ночь я добавлю? Потом Custom Night, где челленджи выбирать надо. Да. Дом будет тяжело. Да. Так. По
Пока что выживаем 2 часа ночи. Для вас будет секунда, как будет 5 часов ночи. Погнали. 2000 years later. 2 часов. Уже 2 часов. У нас 2 часов. 5 часов. Да. Короче, мы выживаем пока что. Скоро будет... Лоль. Мы выживаем, это весь хорошо. Да, подписчики. 5 часов и скоро 6 часов. И пойдем тогда проходить 4-ю ночь, либо, ну... Дун-дун-дун. Пам-пам-пам-пам, ей, да. Да, так, бэк. Давай экстра я вам покажу, типа, ну, что от них делать, чтобы вы поняли. Ну, вот после чего вы смотрели прошлую серию. Еще раз вам вспоминаю, что ссылка в описании. Прошлая серия. Про них мы знаем. Но это не Матранник Роберт. Да, я про него говорю. Его не видно на камерах, он делает ошибку на камерах. Эррор. Ну, логично. Себя добавил в честь себя, двоюродного брата в честь двоюродного брата, а это в честь моего друга. А это в честь, ну, моего старого аниматроника. Ну, не аниматроника, а скина, который я раньше играл, снимал, да. Это аниматроник Эдермен. Он бывает на камерах 9, 5. Он делает иногда загрузку на камерах. И нельзя нажимать на камеру, а то иначе капец. Мне нравится, как я тут пишу. А то иначе капец. И, кстати, он быстрый. Да, это правда. И последний аниматроник. Ну, это не последний, еще следующих обновлений будет. Это аниматроник Мандел. Мангл, вот так надо читать. Когда она появляется, то не можно ее нажимать. А то и... иначе капец. Мне это вообще нравится. Как тут написано. В галерее мы, как вы помните, в конце видосика будем смотреть. Но мы сейчас будем проходить 4-ю ночь. Да? 4-я ночь. Опять... Ой. Опять этот баг, подписчики. Подписчики, вы знаете, как сделать так, чтобы тебя не убивали сразу? Смотри. Нажимаем на эту стрелку, потом вот эту штуку нажимаем, и все. Типа рестарт. Мы сделали, и все. Исправили баг. Да, это не как мой двоюродный брат выходит за игры... Если тут есть вот такая кнопка. Так, будет опять что-то новенькое говорить. Ну, то есть я буду говорить. Блин, я на камеру нажал. Вот и его и скример мы посмотрели. Эдермен на первый раз. Кстати, а вы заметили, что у него совсем другой звук? Угу. Это разнообразие такое. Поговорим. Звонят нам. Надо быть осторожным. Не нажимайте на камеры. Точно! На вторую и на пятом камере бывает очень часто Dark Dragon. Мой двоюродный братик. Зачем ты меня пугаешь? Мне так не страшно. Я уже вспомнил, что вторую и пятую камеру он часто атакует. А на других, ну, как-то так себе. Эндермен вообще не... вообще еще не двигается. Кстати, кто не знает, он в самом начале вот тут находится. Где? Вот тут, да. Мастерская, за дверем. А тут находится Роберт и Манго. Но только они, конечно, типа, вот там, в левом стороне где-то.
Так. Вы там не обращаете, подписчики, если там какие-то звуки, либо мне кто-то пишет. Так. Эррор. Серьезно, своим эррором. Там, подожди, где там были подарки? А, где подарки? Во, подарки! Да. Ой, а вот и Эндермен. Глаза его фиолетовые. Мне так и не нравится. Ты что, нажал на вторую камеру? Да вы серьезно. Для вас, конечно, будет одна секунда, как будет 3 часа ночи. Да. Подписчики. Я выживаю, короче говоря. Да. Мне правая камера, там так темно, эррор. Либо загрузка, то зачем мне туда идти? Логично. Но я уже перестал, типа, случайно нажимать на... Ну, где показывает камера. Вот тут. О, вопрос. А там был мой братик двоюродный. О, Эндермен. Пришел. Кстати, моему двоюродному брату было нормально, как он там голову так как-то засунул? Я не понимаю, как. Он что, лестницу там поставил? Что смог вот так сделать? О, 4 часа! Это хорошо. Это прям хорошо. Вы... Подписчики, прикол такой. Только 8-я и 9-я камера работают. А остальные, блин, эррор. Это чё за... Либо загрузка какая-то. Роберт вообще с ума сошел в пятую... Ой, какая-то пятая ночь. 4-я ночь. Ой, а что будет в 5-й ночи? Это... Лучше мне не знать. Да. Да. Где все остальные? Ну, наверное, на других камерах, потому что что еще? Где им надо быть? Я нажал на вторую камеру, либо 5-ю? Нет, все заново. Для вас будет секунда, как будет 5 часов. 5 часов. 5 часов. Па-ра-па-па. 5 часов. Так. Ждем, когда будет 6 часов, и тогда мы победим. У нас, как всегда, тут danger. Danger, manger, I smack you, manger. Лампочки, гирлянды эти, еще вот эти снежинки. Прикольное новогоднее обновление. Да, потом будет, типа, нормально. Ну, обновление, где уберу вот эти новогодние вещи, да. Ну, я не знаю, когда убрать. Кстати, тут очень внимательно. Тут будем заметить, что тут нету теперь энергии. Да, я решил убрать, потому что... Ну, потому что мне не нравится энергия. Зачем я подумал? А вот у нас и 6 утра! Ей. Да, это реально ей. Так, бэк нажимаем. И теперь 5-я ночь. Так, загружается. Окей. Заново включили игру так быстро. Теперь не должно быть скример. У кого-то уже будет этот баг, то... Ну, просто делайте, как я. Я не буду убирать этот баг, потому что если уберу, то скримера не будет. Да, знаешь, что это 5-я ночь? А я что, тупой, что ли? Чтобы не понимать, что это 5-я ночь уже. Тут хамонкасик, такая пасхалка. Кто заметил? Тот молодец. Да, и кексик. Амонкасик с кексиком рядом. Интересно, почему у этих космонавтов нету имя?
Только есть, ну, типа, их называют зеленым, белым, либо голубым, либо какой еще там есть цвет? Красным? И, кстати, как я знаю, скоро, ну, будет в этом году обновление по Among Us игре. Да, и я, конечно, сниму видосик, и будет, конечно, очень интересно. Когда сразу выйдет, то сразу сниму видос, смонтирую и отправлю, конечно. Тут у нас манго, как вы помните, на нее нельзя нажимать, и, кстати, она может клонировать себя 3 раза. Это ее способность такая. Сейчас где-то сверху 2-й манго появится, потом еще 3-й, а потом опять 1. Ну, каждым часом так будет. А в 6-м ночи нет, там будет по-другому. Так, выживаем, как вы поняли. Конечно, вы поняли. Блин, 2-й манго пришла. Видите, где она находится? А 3-я манго будет, где эти камеры? Я не смогу смотреть камеры, это плохо. То... то... надо... Я думаю, что сейчас надо ничего не делать. Ну, типа, не рисковать сильно смотреть камеры, потому что может в любой момент... Ну, в 3 часа ночи прийти клон. Ну, в 3-й манго, можно так сказать. Да я вот так буду делать. Помс-помс. Ждать этого 3-го манго опасного. Ай. Я боюсь. А я помню, как я говорю в Among Us. Я боюсь его. Да блин, Мангель. Плохая мангал. Понятно? Я рискнул, и меня, конечно, напугали. Для вас будет секунда, как будет 5 часов, и потом посмотрим галерею. Да? Вот там будет очень интересно. Погнали! У нас наступило 5 часов. Это хорошо. Вы сами знаете, почему. Так, только одно, но надо быть осторожным, потому что сейчас 2 манго, а могут же появиться 3-й манго. Вы помните, подписчики, как для вас, ну, 20 секунд назад меня манго 3-я убила. И это уже другой звук скримера. Да. Там загрузка, видели? Там Windows. Windows, да, я добавил Windows. Ну, это просто загрузка, которую делает этот Эндермен. Да, прошли этот ужас, этот 5-й ночь. Да. Если что, я с 3-й попытки смог до 5 часов выжить. Да, потому что меня 3 раза... Так, меня убил 1 раз Мангл, 2 раза Эндермен. И все. Так, ходим экстра, и наконец-то как все долго так этого ждали. И это же, знаете, что долго ждали? Правильно, галерею посмотреть. И смотрим галерею. Вот как выглядит галерея. Back to extra. Смотрите, если нажать на мою фотку, ну, на мой канал, то тогда... Здравствуйте, и вы гнали пусть речи. Да, всем здравствуйте, здрасте. А если нажать на 2-й канал, тогда будет такой звук. Прикольно я придумал. Так, если на моего брата нажать, ну, этого дракона с шапкой, то тогда он будет тоже говорить, как и я. Всем привет, Санечка, как обычно, и я, Дарк Драгон. Да, конечно, он немножко по-другому приветствую говорит, но это... Ну, подумаешь. Так, если нажать на 2016 первый год, тогда будет фейерверк и звук. Ну, для вас они... Это тихо.
Ну, сначала скачайте эту игру, она совершенно бесплатная, а потом уже можете смотреть галерею самим, послушать. А если нажать на монкасика, который спрятался за Робертом, то будет такой звук. Типа кого-то убивают. Ну, вот такая галерея, прикольно. Больше ничего нету. И вы догнали Я ничего не посреди. нажал. Давайте все нажмем и уже пойдем обратно в меню и будем прощаться. Вы что-то поняли, что они сказали? Я ничего не понял. Там фейерверки. Иу, говорит мой второй канал. Всем здравствуйте, братья, всем приветики и убийство. Окей, идем обратно и уже будем. Что правильно? Прощаться, если вам понравился ролик. Ну, надеюсь, что вам понравился этот видосик, да? То ставьте много-много лайков, да. Ну, мы же будем прощаться. И всем пока-пока. Подпишитесь на мой канал, что я стараюсь. И ставьте много-много лайков, чтобы понимать, что вам нравится этот видосик, чтобы мне было больше настроения снимать видосики, как сейчас, да. И нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать видосики и стримы, конечно, тоже. И пишите комментарии, мне будет очень интересно почитать. И нажмите на кнопку поделиться с друзьями с этим видосом. И всем пока-пока, пока-пока, пока-пока. Обожаю вас, подписчики, пока-пока. Обожаю вас, люблю.